Остаются затопленными 2500 домов. Все это последствия паводков в Приморье. В некоторых поселках уровень воды по-прежнему достигает даже крыши одноэтажных строений. Но регион начинает возвращаться к жизни. Подачу света восстанавливают, все силы брошены и на ремонт дорог, мостов, а их было разрушено аж 9. Виной всему тайфун Лайн Рок. Львиный удар обрушился на Приморский край после мощного циклона. С ливневыми дождями в регионе выпала трехмесячная норма осадков. В 13 муниципалитетах Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации. Направлены туда дополнительные силы и средства МЧС. Последствия тайфуна помогают ликвидировать и военнослужащие. Специалисты оценивают обстановку с вертолетов. Всем приморцам, чье жилье пострадало от удара стихии, будет оказана и помощь материальная. Деньги выделят из резервного фонда администрации края. Пункты временного размещения развернулись во всех районах Приморья, которые пострадали от паводка. Тайфун ударил также и по Японии. Там не обошлось без жертв. 9 пенсионеров мертвыми были найдены в доме престарелых в городе Иваидзуми. Еще одна женщина погибла в соседнем городке Кудзи.